Обязательно. Потому что, ну попробуйте без улыбки. Вот, потом первое взяли, сделали улыбку. А еще это фейсбилдинг. Почему? Потому что, ну, знаете, мы часто привыкли, вот, как Митя сказал, люди живут в сострадании. У нас больше привыкли сострадать. А сорадоваться как? Давайте сорадоваться, да. А вот сострадание, уныние, разочарование, это вот складки настольные. Вот здесь улыбки, это складки гнева. Вот здесь наработали складки страха. Все далось, слава богу, есть классный инструмент. Да. Поэтому это еще фейсбилдинг, потому что мы прокачиваем совершенно другие мышцы, которые у нас не так часто развиты. Поэтому теперь мы начинаем смеяться именно много. Это у нас как тренировка. Второе правило. Мы смеемся на букву А. На каком мы букву смеемся? А. Молодцы. Память отличная. Взяли себя за подбородок и открыли. А. И когда мы смеемся как можно дольше, до выхода. И вот, знаете, это говоришь, но у людей все равно, они, наверное, больше все-таки зрителя воспринимают. И вот когда говоришь, что смеемся, даже когда воздуха нет, без воздуха, вот просто, звука когда нет, а мы вот все из себя последнее до последнего выдавливаем. И многие все равно так не делают, поэтому я уже привыкла, что делать, чтобы так было. Ну хорошо, значит, первое, мы смеемся на А, второе, мы широко открываем рот и смеемся громко, громко. То есть открываем кран с водой, такой напор сильный, как водопад, громко. Почему это нужно? Все ненужные залежи. Все, вот с собой берите на такие тренировки всегда салфеточки, потому что надо сплевывать, будет слизь какая-то выходить, вот все не нужно, мы откашляем, мы с этим прощаемся. И когда ты до конца выдыхаешь, то новый кислород хорошо поступает, и циркуляция хорошо идет. Если вы будете чувствовать, что у кого-то там немножко головокружение, все классно, то значит процесс пошел. Зеваете, вот, значит действительно процесс пошел, да. Ну и теперь, чтобы у нас хорошо рот открылся, мы давайте проверим, у кого насколько открывается.